Всем привет. А говорят, есть у женщин, девушек, короче, женского пола есть такие размеры, которые они называют не как мужики, там, допустим, у меня, блядь, башмаки там 44-го, хотел сказать, калибра, 44-го размера, блядь. Или там пиджак там, блядь, 56-го, там, 54-го, там. У них размеры есть такие, как, они называют их буквами. Элочка там, эмочка, блядь. Вот почему-то мне хочется назвать, что очередной бой на эмочке. Эмочка 103. Эмочка. Короче, у нас ЛТ сразу что-то размылся. Кому нужен свет, блядь? И сразу пишет, что никому не нужен свет. Ну ладно. И стоит ЛТТБ, блядь, ЛТТБ. Я говорю, блядь, иди ты нахуй в ангар. Он, после вас, сударь, после вас, блядь. Ой, блядь, я думаю, ну пиздец. Все, я думаю, ну это слив, блядь. Я говорю, ты на резке, блядь, сосать останешься, что ли, блядь? Я вот это не понимаю, я не понимаю, сука, нахуй. Нахуй так делать-то, блядь? Нахуя, блядь? Ёбаный в рот. Ну не хочешь играть, ну нахуй-то не вообще, блядь. Он мне пишет, после вас сосать, после вас. Ой, блядь, то есть там такая пидота, нахуй, сидит за компом. То есть там такой пидрило, блядь, какой-то уторченный. Ёбаный свет, и он стоит на респе, блядь. Он стоит на респе, падла эта, блядь, тупая. У нас уже 0-2. Это все равно, что, блядь, как это. А я ему пишу, ты после всех сосешь, нахуй? Ну, в общем, пиздец, короче, поц, я просто хуею с него, блядь. Мы, значит, уже в городе, с тяжами, у нас уже 02, 03, это все, блядь, вызывать ментов, нахуй, скорую помощь, в общем, приехали, вылезай, называется, блядь. Так, опа, я пока уже прописываю из сухи третьему, блядь, а их уже двое, блядь, летит. Ну, вот, причем летят так уже, нихуево летят, блядь. Я потихонечку уже откадешился и жду, думаю, когда там кто-то, блядь, появится, нахуй. А у нас появляется кто, блядь? У нас Исуха третий, блядь, показал свою жопу, и я решил, думаю, надо ему сразу еще кинуть ответку, блядь. А Т-30 его забирает, и заебись, вообще заебись, я помог Т-30, блядь, с этим Исом третьим одним, просто мы сработались прям, блядь, в унисон называется, блядь. А там Лёва ползет, блядь. Лев что-то хочет, кошка драная. На, нахуй, блядь, на 400, блядь. Я густой, нахуй, где стоишь, блядь. А я думаю, если что, думаю, до 30-го он не доебется, потому что я его заберу, сука. На, нахуй, все, блядь, короче, ушел. За мной стоит, блядь, они стоят за мной. Они, блядь, стоят, нахуй. Эти японские, они, блядь, стоят, на хуй он стоит. Я хотел уже ему было переебать, но думаю, ладно, хуй с ним, блядь. 5-4. А этот петух, блядь, на ЛТТБ, блядь, прискакал, нахуй, в город. Подсосать, нахуй. На подсосе такой, блядь. Они тут ебут мозги. Чё-то, блядь, я не вообще, нахуй, я не понимаю, нахуй, да, вообще, блядь. А мне бы давно вот такая игра, если бы я так играл, как вот эти вот чепушилы, блядь. Мне бы давно игра заебала, я просто удалил бы ее нахуй. Ну, просто удалил бы и начал играть просто в другие игры. Ну, в другие танки, может, там, блядь, хуй его знает. А нахуй так играть-то, блядь, когда ты, блядь, просто нихуя не делаешь в бою, а тебя сливают. Ну это же пиздец, это же хуже бомболейла. Так, и что мы имеем, блядь? ЛТТБ уже кто-то отымел, мы это имеем, блядь, мы имеем врага. А враг, блядь, отымел эту девочку, блядь, на ЛТТБ, блядь. Я не знаю, что там за, блядь, курва нахуй сидела. Ну короче, она насосала, блядь. Я над ним еще стебанулся в чате, говорю, ну что, блядь, ЛТТБ после вас, блядь. Сука, ублюдок. Они слили, блядь, поле нахуй. Вот эти вот пидорасы, которые на подсосе, они просто слили поле нахуй. Когда он должен был там светить, блядь, во всю дорогу, нахуй. Арте, блядь. Хули мы в городе и сами справимся, ёб твою мать, блядь. Уроды, нахуй. Ну, в общем, ладно, хуй с ним, блядь. Мы на эмочке продолжаем свое движение ближе к вражеской базе. Так, у нас уже в кармашике два фрага, блядь. Я думаю, надо борщу подсветить. Ну, так как он ПТ, чё, он светить будет, что ли, блядь. Я все-таки как-никак и тяж тоже, блядь. Так, а нас тут уже засекли, блядь. Нас уже засек, нахуй, 90-ик, сучара. А мы с борщом, блядь, идем ровненько, там где-то сзади нас, блядь, прутся эти, они, блядь, они следят за нами. Они, сука, за нами следят. Сука, НЛО ебаная. Ой, японское НЛО, блядь, тупое. Опа, я с какого-то хуя не пробиваю в нижний лист, блядь, сушки, не знаю почему. Как-то так, блядь, он, может быть, это, ребром как-то тонканул. Зато въебываю нахуй тиги, яги тиги. Так, мы потихонечку, так сказать, рокировочки у нас тут с борщом. Так, они тут наши перехлёстываются, все, опа, кто-то заебись въебал нахуй, по-моему, Т-30, блядь, если я не ошибаюсь. Да, Т-30, потому что они это какое-то говно, блядь. Так, я въебал нахуй 90-ку, мол, типа, ну-ка нахуй, пацанчик. А эти вот, блядь, вот это уёбище нахуй, которые, они еще во взводе, с плохой, блядь. И блоха слилась на поле, и этот, блядь, сосет, хуй. Я думаю, так, надо что-то делать, иначе возьмут базу. Думаю, поеду-ка я, блядь, либо до Феди доебусь, либо нахуй до 90-ка. 90, конечно, весь нас въебах. Он, блядь, шустрый. Опа, блядь, вертухан не прошел, блядь. Я уже думаю, так, надо свестись. Надо свестись. Оп, и не пробил, нихуя. Федя там танкует во всю дорогу. Я думаю, ну что, надо тогда доебаться до 90-ка, нахуй. А что делать? Какая-то помощь должна быть мне, яги-тиги, блядь, помочь, так сказать, челу. Вот так вот мы, блядь, таким вот хуем с пацанами, блядь, разрулили всю тему в городе.
Вот. Я еще пишу, бля, вот это Б, учись нахуй, сука, ебучая, бля. Сука, не там. Бля, конечно, попиздеть надо, многим надо, попиздеть, бля, а толку нихуя, бля. Ни нашим, ни вашим. А тут еще и Афк стоит, ё, бля. Ё, шоколад, нахуй. О, да ТТБ, бля, тут вообще окончался весь, нахуй, просто на измене. Вот, стоит Афк. Их, я хуею, бля. Просто красавочка, нахуй. На, блядь, есть. Вот так вот, блядь, разобрали еще Афка, блядь. И все. Ну и остается арта, блядь, которая просто уже... я пока метился, она была, конечно, уебать, но пиздец. Не успел. Ну да ладно. В общем, вот такой вот бойчонка, блядь, нехуёвый. На эмочке. На эмочке 103. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Там дохуя еще прохождение всяких игр, блядь, с альтернативной озвучкой. Нестандартной. Всем пока. Всем хорошего настроения.